Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хотел бы рассказать о снасти, которую мы применяли для ловли карпа, и очень даже удачно. Что нам для этого понадобится? Понадобится кормушка скользящая, два шарика резиновых, quick change, пыльник, Golden Catch, крючки номер 5. Ну, такие мы применяли. Плетеная леска для поводков. Все, начинаем вязать. Сворачиваем узел. Затягиваем. Вырезаем лишнее. Берем отрезок лески, который нам необходим. Вырезаем лишнее. Ставим шарик. Затем надеваем кормушку. Надеваю еще один шарик. Это для того, чтобы кормушка не сползала на наш поводок. Далее делаем поводок. Где-то сантиметров, наверное, 15 от кормушки. Тройным узлом. Раз, два, три. Затягиваем, смачиваем. Хорошо затягиваем. Так, лишнее обрезаем. В конце снасти делаем петельку. Смачиваем, затягиваем. Лишнее обрезаем. Так, теперь мы сюда вяжем крючок. Осталось привязать поводок на нижнюю часть нашей снасти. Где-то сантиметров, наверное, 8-10. Больше мы его не делаем. Так, где-то.
Обрезаем лишнее. Вот здесь вот можно оставить кончик и сделать из него мушку. Он тоже иногда помогает. Распушить это дело. Вот так, так будет лучше. Далее. Пыльник. Так, он должен у нас. Надеваем его на Quick Change. Закрываем пыльник. Вот и все. Вот такая вот получается у нас снасть. Вот видите, в чем ее преимущество? Значит, вовнутрь мы набиваем горох, которым мы кормим рыбу. Значит, здесь с этой стороны пробка и с этой стороны пробка из мамалыги или из теста, из чего угодно. Но оно должно не сильно быть жестко для того, чтобы вымывало. Вымывает, когда горох, он попадает на этот крючок. Здесь тоже горошина. И карпу это очень нравится. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Будьте здоровы!